Мы находимся в главе Лех-Леха, 14 глава книги Берешит. И случилось в дни Амрафеля, царя Шин-Ара, Ариоха, царя Эль-Асара, Кедорлаомера, царя Илама, Тидаля, царя множества народов, царя народов. Вели они войну с Берой, царем с дома, с Берша, царем Аморы, с Шин-Авом, царем Адмы, с Шем-Эвером, царем Цвои, и с царем Беры, она же Цуар. Человек, который пытается продраться через эти несколько строчек, у него уже начинает ломаться язык. И самое главное, напрашивается вопрос, кому нужны эти подробные описания имен царей, которые что-то не поделили друг с другом и затеяли войну. Тора не книга по истории, при всем желании. Тогда зачем все это нужно? И дальше. Все они соединились в долине Сидим, ставшей морем соленым. Ям-Амелах имеется в виду Мертвое море, то есть это та самая долина, которая тогда, во времена этих боевых действий, во время этой войны, она была долиной, а в дальнейшем в этой долине, в результате тех геологических изменений, которые произошли, там образовалось Мертвое море. 12 лет они служили Кедорлаомеру, на 13-м же году возмутились, то есть после 12-летнего подчинения императору Кедорлаомеру, те цари, жившие на территории, близкой сегодня к Мертвому морю, то есть долина Иордена, они взбунтовались. Ну, а на 14-й год, после того, как целый год они наслаждались свободой, на 14-й год пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и разбили. Рефаим в Аштарот Карнаим, Зузим в Гаме, Эймим, Шаве Кирьятаим, Хорев в Сеире, на горе их, до Эль-Парана, что около пустыни. Повернули они, пришли в Эль-Мишпат, он же Кадеш, поразили там стана Амалека, также амуреев, живших в Хацецон-Тамаре. Опять, зачем нужны все эти описания подробные? Тогда вышли царь с дома, царь Амуры, царь Адмы, царь Цвоем, царь Белы, она же Цуа, и вступили в сражение с ними в долине Сидим, с Кедорлаомером, царем Илама, Тидалем, царем народов, Амрафелем, царем Шин-Ара, Ариохом, царем Эль-Асара. Четыре царя с пятью. В долине Сидим же множество соляных ям, и когда цари с дома и Амуры убежали, упали туда, а остальные убежали в горы и забрали все имущество с дома и Аморы и все съестные припасы их и ушли. Вот это описание, и это тема нашего сегодняшнего урока, это Первая мировая война. Только это Первая мировая война не та, которая началась 1 августа 1914 года, это Первая мировая война, которая началась задолго до этого. Она началась за тысячи лет, мировая война, потому что действительно мы здесь видим, во-первых, это война коалиции четырех царей против пяти. Во-вторых, это вообще самая первая война, которую Тора описывает. До сих пор во всей Торе от начала сотворения мира ни одной войны не описано. Скорее всего, и не было. Имеет смысл посмотреть детали этой войны. Во-первых, мы видим любопытную вещь. С одной стороны, четыре царя, с которых Тора начинает, случилось в одни царя Амрафеля, царя Шин-Ар. Шин-Ар – это название мы сегодня можем отождествить. Имеется в виду Вавилон, Вавилония. Это довольно крупное государство. Ариоха, царя Эль-Асара, Кедорлаомера, царя Илама. Илам – это тоже царство довольно крупное, известное в древней истории. А вот что касается… Это коалиция четырех царей, то есть довольно крупные цари. А вот что касается их противникам – пять царей – то это цари, пять царей каким-то невероятным образом умещаются на крошечные территории в южной части долины Иордена. Где-то на побережье современного Мертвого моря, довольно скромное по площади места, каким-то образом умещаются аж пять царств. Понятно, что царство – это не совсем царство, это просто города-государства. В каждом городе, в каждом городишке был свой царь. В принципе, вообще царская власть появляется незадолго до этого. Она самым первым царем, как утверждает Тора, в разделе Нуах, был Нимрод. Был Нимрод, под руководством которого масса людей, воодушевленные его демагогией, бросились на строительство Вавилонской башни. И это произошло в дни юности Авраама. Авраам, как мы знаем, не участвовал во всем этом массовом психозе. Он занимался своими делами, он от всего этого отошел. Это привело его туда, куда его привело. И вот сейчас, когда Авраам уже, да, в более зрелом, уже почти пожилом возрасте,
Сейчас мы видим, что вот эта вот форма правления царской, она распространилась полностью всюду и везде. И более того, она настолько популярна, что в каждом городе уже выдвигают своего царя. Люди с удовольствием расстаются с демократическим стилем управления, с удовольствием приветствуют царскую власть, только бы царь избавил их от всех невзгод, от всех бед, готовы быть ему рабами. Более того, мы видим, что вот эти вот пять церков, которые правят своими маленькими городами в районе сегодняшнего Мертвого моря, они сами оказываются очень быстро в подчинении другого уже крупного царя, Кедорлаомера, и служат ему 12 лет. Правда, на 13-й год им, очевидно, это по какой-то причине надоело, они восстали. Но все же основным вопросом, к которому мы невольно возвращаемся, остается вопрос, зачем нужны все эти имена, зачем нужны все эти подробности, кто, с кем. Каким образом попадает эта история в Тору, понятно. Ведь эта война, в конечном итоге, как будет ясно в дальнейшем из текста, она затронула и Авраама, а именно его племянник Лот, с которым Авраам только недавно расстался, и поселился Лот в районе Содома, а Содом был как раз один из тех пятерых из пяти городов, государств, которые и затеяли эти войну с четырьмя другими царями, то Лот оказался замешанным в самой гуще действий, попал в плен, и Аврааму пришлось его отбивать. Это каким образом касается вообще основной линии повествования. Но в общем и целом в стиле Торы вполне можно было бы ожидать. Тора очень лаконична, ее описание самое-самое минимальное. Вполне можно было бы ожидать, что Тора в двух-трех словах скажет, что случилась такая война, и вот попал в плен. И Аврааму пришлось его отбивать потом. Зачем нужны вот эти подробности, названия государств, имена царей и так далее? Можем ли мы что-нибудь вынести из анализа самих имен? И было в дни Амрафеля, царя Шин-Ара. Ну, государство мы его сумели уже опознать словом Шин-Ар. В те времена называлась Вавилония. Вавилония, в принципе, это место нам уже хорошо знакомое, потому что Авраам-то сам был родом оттуда. Он же по происхождению из Ирака, из Вавилонии. А кто был царем Вавилонии? Здесь он назван Амрафель. Аврааму был знаком царь, тот, который правил теми местами в дни его юности, а именно тот самый Немрод, старый знакомый. Раши утверждает здесь на месте, что этот Амрафель, он же и Немрод. А почему же он тогда называется здесь Амрафель? Что это его псевдоним такой? Говорит Раши, может быть, прежде чем объяснить здесь Раши, нужно дать общее предисловие. Это вполне распространенное явление, что в Торе один и тот же человек имеет разные имена. Почему так? Да потому что имя означает прежде всего сущность. Имя выражает природу и сущность, как предмета, так и человека. И поскольку личность человека, она, безусловно, многогранна, то вполне может быть, что у разных людей есть разные имена. Каждое из имен, причем, выражает какую-то сторону, какую-то грань из его личности. Так вот, тот царь, которого звали Немрод, имя это очень даже значащее. Слово Немрод происходит от корня марад, что означает бунтовать. Немрод – это множественное число в будущем времени, то есть буквально означает «мы восстанем». Так объясняют и наши мудрецы происхождение этого имени. Власть этого человека и та демагогия, которую он сумел повести за собой массы на строительство Вавилонской башни и прочие свои проекты, это в какой-то степени было бунтом против власти Всевышнего в мире. Здесь отражается другая сторона его деятельности, того же самого царя. Говорит Раши, вот это вот его имя Амрафель, следует его разделить на две части, у нас получится составное слово. А именно, это человек, который сказал, то есть Амар, это первые три буквы Алиф Мем Рейш, Амар, а Пейламид в дальнейшем означает пуль, то есть он сказал Аврааму, иди прыгай в огонь. Ведь это то самое испытание, которое пришлось Аврааму пережить, когда царь Немрод потребовал от него выбор, либо он отказывается от своих взглядов,
либо, пожалуйста, он может прыгать в огонь, и пусть тогда его Бог его спасает. Значит, здесь мы имеем дело с тем самым Немродом, с которым Авраам когда-то уже сталкивался. Царь Вавилонии Амрафель. Ну, а остальные? С остальными сложнее. Эйлам – государство знакомое в истории древнего мира, безусловно. Это имя фигурирует, но имена царей здесь мало что говорят. А уж последний совсем странный – Тидаль Мелех Гуим. Буквально Тидаль – царь народов. Царь Гуим. Что это за царь народов? Как его понимать? Где это такое есть? Государство ли это что-то? Или он царствует над множеством народов? Рамбан, отвечая на наши вопросы, пишет так. Это происшествие случилось с Авраамом. То есть то, что вот случилось, это война. И Авраам оказался замешанным в этой войне. Чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. Что это за четыре царства, которые будут властвовать над всем миром? Здесь мы входим в большую-большую обширную тему, которая называется Арба Мальхуйот. Четыре царства, четыре сверхдержавы. Это уже стало именем нарицательным в иудаизме и имеет смысл хотя бы коротко познакомиться. Что же Рамбан имеет здесь в виду? Четыре царства появляются впервые во снах, которые описаны в книге пророка Даниила. Во второй главе книги Даниила там пишется так. Я зачитаю весь отрывок, хотя он немножко длинный и пространный. Во второй год царствования Навуходоносора. Навуходоносор был царем Вавилонии, практически основателем Вавилонской империи, который среди прочих его подвигов отмечается, что он под его руководством было разрушено еврейское государство, был сожжен Иерусалим, храм, а еврейский народ был изгнан в Вавилонию. Когда изгнали евреев в Вавилонию, то на этом новом месте их особо вообще не притесняли. Более того, часть еврейских юношей была взята на воспитание в такой своеобразный вавилонский лицей для того, чтобы воспитать их как будущие царедворцы и советники царя Навуходоносора. Уже тогда еврейские мозги вполне ценились, и Навуходоносор хотел, чтобы у него были тоже вот такие вот еврейские придворные советники. Так вот, во второй год царствования Навуходоносора приснились Навуходоносору сны. Встревожился дух его, и сон ушел от него. Начало очень напоминает историю про фараона и Иосифа, который разгадал его сны. Возникает сон, сон выводит правителя из себя, и велел царь позвать ученых, лекарей, магов, звездочетов, чтобы растолковать царю его сны. И пришли они и стали перед царем. И сказал им царь: вот видел я сон, и встревожен мой дух тем, чтобы понять этот сон. И заговорили звездочеты с царем по-арамейски: жив будь царь вовеки, расскажи сон рабам своим, а толкование ему скажем. Придворные толкователи сновидений, пожалуйста, у нас все наготове, только скажи содержание сна, мы тут же тебе его объясним на основе чего хочешь, хоть на основе астрологии, хоть на основе психологии, хоть психоанализа, все будет готово, только скажи сон. В том-то и штука, говорит царь, что сна-то я вам рассказать не могу. Почему? Забыл сон. Этим отличается от истории с фараоном. Фараон хорошо помнил свой сон, но только понять его он не мог. А здесь у Навуходоносора дело дошло до того, что, как это часто бывает с людьми, которые видели какой-то сон, они знают, что сон был неприятный, они встревожились, они проснулись и чувствуют себя очень-очень-очень дискомфортно. Но вспомнить, что же они такое видели во сне, не могут. Ну, обычный человек, он будет искать какой-то способ как-то утешиться. Но царь на то и царь, он может хлопнуть по столу и сказать: привести моих звездочетов, пусть они первые разгадают, пусть они угадают, какой был сон, а потом пусть я разгадываю. А если вы не поведаете мне сон и его толкование, то будете изрублены в куски, а дома ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон и толкование, то получите от меня награды и дары, и почести великие, только откройте мне толкование. Ну, как так, царь, на то он и царь. Отвечали звездочеты царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это царю. Если ты расскажешь сон, пожалуйста, мы тебе его, хоть как хочешь, мы тебе его объясним, пожалуйста. Ну, как же можно узнать, какой сон ты видел?
Он, естественно, царю так не отвечает. Это была ошибка с их стороны. Вознегодовал на это царь, сильно разгневался и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских. Все. Конец. Когда все уже почти готово к экзекуции, тут об этом узнает Даниэль, еврейский юноша, который и воспитывается при Вавилонском дворе для того, чтобы быть советником царя. Я немножко пропускаю, сразу перехожу к делу. Тогда Даниэль обратился к Ариоху, старшему из царских палачей, который вышел убивать мудрецов вавилонских. Спросил его, за что такой жестокий приговор царя? За что людей-то убивают? Тогда Ариох сказал Даниэлю суть дела. И пришел Даниэль и просил царя, чтобы дано было ему время на то, чтобы открыть царю толкование. Дай некоторое время, попробуем. Оставь их в живых. Царь соглашается. Даниэль спрашивает, ну, можно ли узнать, каковы условия? Отвечал царь и сказал Даниэлю, можешь ли ты поведать мне сон, который я видел, и его толкование? Даниэль обращается с молитвой к Всевышнему, и тот раскрывает ему сон. Отвечал Даниэль царю и сказал, вот слушай, тайну, которую спрашивал царь, не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. То есть, не конечно, то, что ты попросил у людей, ты попросил у них невозможно, они не могут, не в состоянии это раскрыть. Но есть в небесах Бог, открывающий тайны, и он поведал царю на выходные цару, что будет в грядущие дни. Первое. Здесь уже есть первое. Ты должен знать, что сон этот был сон действительно вещи. Не просто так. С дурной головы, вещи сон, здесь есть некоторая информация. И открывающий тайны поведал тебе грядущее. А мне открылась эта тайна не потому, что моя мудрость больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца твоего. Это не потому, что я такой сверхсуперумный человек. Нет. Но я здесь только посланник, через которого Всевышний раскрывает тебе суть и смысл этого сна. Так вот, видел ты, царь, перед собой статую громадную. Это первое. Вот это огромная статуя стоит перед тобой. И блеск ее велик, и вид ее ужасен. И вот эта статуя. Голова ее из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и камень, то есть живот, чрево и бедра, простите, живот, значит, его из меди, голени его из железа, а ступни его частью из железа, а частью из глины. Да? То есть ясно, здесь представляется некоторая статуя, у которой все идет по нисходящей. Начинается все с золота, голова золотая, серебро, медь, железо, просто земля, грязь, глина. Пока ты смотрел, так, наблюдал эту самую статую жуткую, сорвался камень без помощи чьих-либо рук, то есть не то, что кто-то бросал камни, а просто откуда-то вдруг вылетел камень, ударил статую по ногам, что из железа и глины. Так, вообще интересные очень ноги. Смесь железа и глины, железо самое из всех тех этих материалов, самое крепкое, а глина, наоборот, самая хрупкая. Смесь самого крепкого с самым хрупким. И вот именно в это самое место, самое крепкое и самое хрупкое, именно туда попадает камень и раздробил их, эти ноги. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны мекине на летнем таку. И унес их ветер, и не осталось от них следа. То есть все это громадное, здоровенное, совершенно это громадная статуя, потрясающее зрелище, все это уходит. Как мекина на таку. Нет, было и нет. А камень, который разбил статую, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Вот таков сон. Ну, а теперь самое интересное. Сон точный, а теперь его содержание, а теперь его разгадка. Ты, царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь и славу. Ты сам голова из золота. А после тебя поднимется царство другое. Ниже твоего и иное третье царство, медное, будет властвовать над всей землей. Начинает Даниэль с того, что, в принципе, он объясняет, что то, что царь видел во сне, это вещи не случайные. Кто такой? Ну, о чем люди обычно видят сны? Что сны говорят людям? Большая часть людей видит сны, которые связаны с тем, что они думают напряженно во время их бодрствования, либо наоборот, еще чаще.
Сон раскрывает человеку то, о чем он боится думать. То, от чего человек старается уйти во время бодрствования. Он силой своего сознания подавляет эти неприятные мысли, но как только человек лег спать, как только он расслабился, нет больше контроля сознания, и из подсознания вылезают все те самые мысли, вещи, которые он боится думать, и те мысли, в которых он боится себе признаваться. В качестве примера, скажем, это могут свидетельствовать многие люди, которые бросали курить, им было бы достаточно трудно это сделать. Время от времени во сне они видели тот же самый навязчивый сон. Как они достают сигарету, начинают курить, потом начинают себя корить, начинают думать, что же я дурак, зачем мне это нужно, и просыпаются в холодном поту. То, когда уже человек полностью отделывается от этой привычки, выходит этот сон. Но пока человек боится, пока ему страшно, что он вот-вот опять закурит, этот сон постоянно его преследует. То же самое здесь. Навуходоносор – человек, который создал громадную империю. Пожалуй, такой империи больше в мировой истории по ее объемам, по ее размаху и не было. Ну, может быть, разве что кто-то может сравниться с ней, это Чингисхан. Тоже была громаднейшая империя. Вот такого уровня, может быть, только и два-три были. Почти весь тогдашний мир покорился Навуходоносору, который как смерч очень быстро создал эту громаднейшую империю, но, естественно, у него в сердце закрадывается страх. А что будет дальше? Он достаточно сильный властитель. Ему удается эту многонациональную империю держать в железных руках. А что будет дальше? А его сыновья или его внуки, его наследники, они сумеют это удержать? Ведь это совсем не то, что непросто. Это невероятно сложно. Об этом он и думает. И вот эти мысли Всевышний ему отвечает сном. Что же ждет в дальнейшем? Так перед нами раскрывается не больше, не меньше, как строение дальнейшей мировой истории. Представляется эта история в виде статуи, которая состоит из четырех частей. Первая – голова. Да, голова – самый важный орган, самый важный. И эта голова, она символизирует, говорит Даниэль, вас, ваше величество, царь Навуходоносор, царь Вавилонский, самый сильный, самый мощный, самый важный. Ты – это золотая голова. Ну, к тому же, это, конечно, еще очень льстит царю, если он оказывается золотой головой. А все, что дальше, все, что за ним, все хуже. Ты – царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу. Ты сам – голова из золота. А после тебя поднимется царство другое. Значит, твое царство, к сожалению, долго не просуществует. Оно уйдет, сойдет на нет. Кто придет на смену? Другое царство. Это, конечно, уже совсем не то. Это уже царство ниже твоего. И иное. Какое оно будет? Второе царство? Серебряное. А после этого еще третье царство, еще ниже, медное. Будет властвовать над всей землей. То есть мы говорим здесь не просто о царях, а о сверхдержавах, которые реализуют власть, ну, почти над всем миром. А четвертое царство будет сильным, как железо, и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно как железо, которое все сокрушает, все разобьет, сокрушит. И страшное царство, которое будет направлено на уничтожение. Оно все будет, пройдется как катком по всему, что возможно, все расплющит, все разобьет, все разрушит. Ну, а то, что ты видел, что ступни и пальцы частью из гончарной глины, а частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено. Прочность его будет, как ты видел, из железа, смешанного с гончарной глиной. Как мы уже заметили, самое прочное и самое слабое. И как пальцы ног частью из железа, а частью из глины, так и царство это будет прочным, а частью ломким. И в одни тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится и власти другому народу не передаст. Здесь есть еще одно сообщение, совсем уже непростое. То есть, когда завершается власть этих четырех сверхдержав, четырех царей, что будет, а вслед за ними потом? А вслед за ними придет царство совершенно другого рода. Установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится. Царство уже вечное. И власти другому народу не передаст. Каждый из указанных четырех, он в конечном итоге заканчивает свою историю тем, что он передает власть другому. А вот последнее царство, оно уже никому не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять
вечно. Это первое упоминание о четырех царствах, очень такое туманное. И совсем не ясно, о каких же, собственно говоря, царях идет речь. За исключением одного, что самое первое царство, вот эта вот глава из золота, это Вавилония. Затем в той же самой книге Даниила, в 8 главе, есть новый царь, только на этот, новый сон, простите, только на этот раз сон этот видит не царственная особа, а сам Даниэль. Я это зачитаю тоже. На 3-м году царствование царя Белшацара. Это уже Навуходоносор уже перешел в лучший мир, или в худший мир, это уже как для него это совсем мог быть и не лучший мир, а на престоле воцарился новый царь и последний царь Вавилона Белшацар. Привиделось мне Даниэлю видение после того, которое я видел прежде. И увидел я в видении, видел я себя в Шушане, столице страны Эйлам. Ага, у кого музыкальное ухо, он уже это название этой страны уже слышал. Это был как раз один из наших царей. Эйлам, одно из царств, как там было сказано, Кедарлаомера, царя Эйлама. Более того, здесь мы видим, какова, мы уже видим еще одну вещь. А что за столица этого царства Элам? Это Шушан. А Шушан нам хорошо знакомое место. Шушан – это тот самый город, в котором жил персидский царь Ахашверош. То есть это где-то в районе Мидии или Персии. Так вот, я видел себя в Шушане, в столице Элам, и привиделось мне в видении, что вот я стою над рекой Улай. И поднял я глаза и увидел, вот баран, один стоит перед рекой, и два рога у него. Рога эти высокие, но один выше другого. И более высокий поднялся позже. Так странный баран, что у него странного? Ну, то, что у барана есть два рога, ничего странного здесь нет. Но вот здесь какой-то странный, у него два рога, причем они эти высокие, но один выше другого. И более высокий он поднялся позже. Увидел я, как этот баран бьет рогами на запад, на север и на юг, и никакие звери не могут устоять перед ним. И никто не может спастись от него. И он делал, что хотел, и стал огромным. Раздувался, раздувался, раздувался. Я задумался, но вот с запада идет козел по земле, не касается он земли. И рог приметный между глазами его. И дошел он до барана двурогого, которого я видел стоящим у реки, и устремился к нему в ярости своей силы. И я увидел, как он приблизился к барану, и яростно напал на него, и ударил барана, и сломал оба рога его, и не было у барана сил устоять перед ним. Свалил тот его на землю, растоптал его, и не было бы никого, кто мог спасти барана. Ну, после того, как козел таким образом растоптал барана, то сказано дальше в виде Даниэль, и вырос козел чрезвычайно, когда он стал сильным, сломался большой рог у него. И появилось вместо него четыре торчащих, обращенных к четырем сторонам света. А из одного из них вырос небольшой рог и очень разросся и на юг, и на восток, и в сторону страны красы. Я услышал голос человеческий из реки Улая, и возвал он и сказал: «Гавриэль, дай-ка этому понять это видение». Даниэль, который видит все это видение, до сих пор он ничего не понимает. Страшные, конечно, картины, какие-то козлы, бараны, которые друг друга бьют, топчут. А что все это означает? Вот сейчас ангел будет объяснять Даниэлю значение сна. И он сказал: «Вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец». Значит, самое первое сообщение здесь Даниэлю, что времени есть конец. История не бесконечна, у истории есть завершение. Известно, что все философы истории расходятся во мнениях прежде всего о том, есть ли какое-то строение у истории, ведет ли паровоз истории куда-то, к какому-то заранее намеченному полустанку, либо нет, либо история – это просто некоторое такое хаотичное броуновское движение, куда-то что-то катится, непонятно куда, или вокруг себя, вокруг вращается по какой-то спирали. Так вот, то, что сообщает здесь ангел Даниэлю, у истории есть завершение, есть определенная цель, паровоз истории, безусловно, движется в определенном направлении, и все то, что мы видим сегодня вокруг себя, всему этому есть предел, есть конец. Двурогий баран, которого ты видел, это цари
Персии и Мидии. А козел – царь Ионийский, то есть греки. А большой рог, который между глаз у него – это первый царь. Прервемся здесь на секундочку. Значит, что же получается? Даниэль видит этот сон в конце царствования Бельшацара. Бельшацар – последний вавилонский царь. Из истории мы знаем, что Вавилония, она так же быстро, как она возникла, точно так же быстро она исчезла. Исчезла она, была разрушена, полностью разгромлена под ударами армии двух союзных царей. Персидского царя Дария и медийского царя Кира. Они разгромили вавилонцев и, разгромив, установили свою власть. Раньше оба они были вассалами вавилонского царя, вавилонского императора, подняли против него восстание, разгромили его, и сами, вот их союз, этих двух царей, и возглавил вчерашнюю империю. Только теперь это уже не Вавилонская империя, а теперь это уже Персидская империя. Хотя, безусловно, не будем забывать, половина ее была не совсем персидской, а медийской. Значит, в этом сне Даниэля баран – это символ Персидской империи, которая придет, вот-вот придет на смену Вавилон. Вавилон здесь вообще никак не появляется, поскольку его время уже истекло. Часы уже пробили. Он очень большой. У него два рога. Почему два рога? Это именно как раз два царя – Кир и Дарий. Один поменьше, другой побольше. Этот баран разрастается. Никто не в состоянии сначала его трогать, но затем появляется вдруг козел, который яростно на него нападает с большой силой. Ударил, сломал оба его рога, растоптал его полностью. И после этого, да, кстати, когда он атакует, то сразу виден приметный его большой рог. А вот после того, как он растоптал барана, он, козел этот, вырос чрезвычайно. Но когда он как раз вот набрался сил, то тут-то как раз рог, вот этот приметный рог посередине, на лбу у этого самого козла, он-то и сломался. А из него выросло 4 других рога. Что это означает? Все очевидно. Александр Македонский, тот самый греческий царь Македонии, который завладел Грецией и сумел направить греческую армию против персов, разбил их окончательно. После того, как он разбил Идария, он завладел всей колоссальной державой, которую унаследовал у персов. Но очень скоро он умирает. И как только он умирает, 4 его генерала, как называли диадохи, разделяют между собой его колоссальную империю. И это тоже здесь предсказано. Появится 4. Дальше. Ну а что будет? Каков будет конец греческого царства? Читаю дальше. А то, что он сломался и появилось вместо него 4, это 4 царства встанут из народа, но не равны ему по силе. Конечно, греческие царства, царство диадохов, это были тоже довольно сильные образования, но это уже совсем-совсем не то. Это уже не держава Александра Македонского. В конце же их царствования, когда завершат свое дело преступники, восстанет царь наглый и понимающий загадочное. Наберет он силу, но не своей силой. Интересно. Здесь его по имени не называют. А кто это такой? А вот не сказано. О нем только сказано, это 4-е царство. Прежде всего, в первом сне, во сне Навуходоносора, там было сказано только его, во-первых, колоссальная сила, он весь железный, а с другой стороны, он слабенький, он железный, смесь из железа с глиной. Он агрессивнее всех, он только тем будет заниматься, что он будет громить, он будет разрушать, расплющивать, разбивает, крошить. Самая-самая разрушительная сила. Здесь сказано другое, что он наберет силу, но не своей силой. Сам по себе сила у него будет колоссальная разрушительная сила, да, но не собственная сила. Он ее откуда-то наберет. И уничтожать он будет на удивление. Это соответствует тому, что было сказано в первом сне. То есть разрушительная сила, колоссальная разрушительная сила, на удивление. И преуспеет в деяниях своих. Есть большие мерзавцы, но они не такие, не так удачные. А этот будет очень удачный, и все будет получаться. Будет губить сильных и народ святых. То есть евреям от него достанется, ой, как достанется. И благодаря уму своему,
преуспеет он в коварстве своем, вознесется в своем сердце и спокойно будет губить многих, и против властителя властителей восстанет он, в конечном итоге это выльется и в бунт его против Всевышнего. Что же это за такой царь? А он по имени не назван. Из истории мы можем понять, о ком конкретно идет речь. Сверхдержавой, которая сумела вытеснить греков с мировой арены, был Рим. Римская республика сначала, в дальнейшем Римская империя. Значит, вот это вот четвертое царство. И действительно, это подходит, многие-многие здесь описания очень подходят вполне римлянам. Римляне были империей невероятной, страшной, жуткой силы, но не своей собственной силы. Рим был маленьким, бедным государством, которое все, что у них было, сумело награбить у других. Ничего своего у них не было. Ни культуры, ни экономики, ни богатства. Все было взято, все было добито военным путем, добыто военным путем, награблено у других народов. И вся эта колоссальная сила была силой колоссальной, но не своей. И, конечно, сила разрушения, сила уничтожения была колоссальной и потрясающей. Одна проблема здесь есть. Ведь в самом первом сне Даниэль представил вот эту вот структуру из этих четырех царств как структуру всей истории, то, что будет до самого конца. Значит, до того, после того, как закончатся эти царства, то придет новое царство, которое уже после этих всех четырех, оно уже никому не уступит власть, это уже будет приход Машиаха, то есть получается, что вся история, которая имеет завершение, и это завершение, это мессианское завершение, установление власти Всевышнего, или то, что мы называем эрой Машиаха, до этого есть четыре царства. Немножко странно. Если все, что есть до этого, это четыре царства, это структура всей истории, то Машиах еще не пришел, а вроде как Римской империи уже нет последние уже больше 1500 лет. А что же это, просто дыра получилась здесь? Комментаторы говорят, что хотя Римская империя действительно прекратила свое существование давным-давно, но у римлян есть у них наследники. Кто же эти наследники? Об этом мы, может быть, поговорим еще в дальнейшем, но, по крайней мере, одну вещь можно заметить. Символом Римской империи и знаменем, который шел впереди любого римского легиона, был орел. Ряд государств европейских пользуются этим символом и по сей день. Более того, есть государства, которые рассматривали себя как прямых наследников Рима. Ну, достаточно указать на то, что в Европе возникла Священная Римская империя, в Западной Европе. А, например, византийские императоры называли себя и руководимую ими православную церковь вторым Римом, а потом уже появился московский царь, известный, который провозгласил очень известную очень фразу: «Москва, третий Рим, четвертому не бывать». Но вернемся теперь к Рамбану. Так Рамбан объясняет, что вся эта история войны четырех царств случилась для того, чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. Я напоминаю принцип, по которому Рамбан объясняет все вот эти вот первые главы книги Берешит. Маасей авот симан лебаним. Деяния отцов – это знак их потомкам. И это не просто знак, это не просто предсказание будущего, это не только возможность заглянуть в будущее, посмотреть, что из всего этого получится. Имеется в виду куда более серьезная вещь, а именно это установление, закрепление, фиксирование будущего, момент, в котором план Всевышнего, каким образом будет развиваться история, момент, в котором план этот начинает самую свою первую реализацию. Он реализуется сначала в миниатюре, в жизни наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. И поскольку Всевышний запланировал историю именно таким образом, то есть сначала четыре сверхдержавы
которые властвуют над миром, узурпируя власть таким образом, как бы заслоняя собой власть того, кому принадлежит на самом деле власть всем миром, Творца этого мира. Вслед за ними должно прийти завершение истории, а именно мессианская эпоха, когда власть возвращается к Всевышнему, и когда помазанник Всевышнего, потомок царя Давида, будет царствовать над всем миром. Но на самом деле имеется это в виду действительно возвращение власти тому, кому она принадлежит, власти Всевышнего в мире. Так вот, ради этого и случается эта история, в которой Аврааму приходится сталкиваться с четырьмя царями. Столкновение это Тора в дальнейшем описывает так. После того, как четыре царя победили пятерых царьков, которые правили в долине Ярдена, написано, что они взяли тогда с собой также и Лота, племянника Авраама, поскольку они забрали в плен многих жителей города, то вместе с ними в плен попал и Лот, племянник Авраама, с его имуществом, и ушли. А он жил в доме. То есть до чего Лота довело проживание в доме? До того, что он попал в плен. И пришел беглец и сообщил это Аврааму Иври. Авраам, которого звали, отсюда происходит наше название, еврей. Авраам Иври, что означает, он чужак, он по другую сторону, тот, который пришел совсем с другой стороны. С другой стороны реки, с другого берега реки, или он вообще, как объясняет Талмуд, он по одну сторону весь мир, по другую сторону. Авраам Иври. А он жил тогда в Элуней Мамре, принадлежавшем Эмурею Мамре, брату Ишколе и брату Анера, которые были союзники Авраама. И когда услышал Авраам, что его родственник попал в плен, то вооружил он своих воспитанников, домочадцев, 318 человек, и погнался до Дана. То есть ни секунды не размышляя, он вооружил всех тех своих учеников, которые жили вместе с ним, вооружил их и бросился вдогонку за армиями четырех довольно крупных стран с тем, чтобы отбить своего племянника. Ночью бросился он в рассыпную, сам и рабы его, и бил их, и преследовал их до Ховы, что к северу от Дамаска. То есть это преследование заняло достаточно много времени на довольно большой территории. И возвратил все достояние, возвратил и родственника своего Лота с достоянием его, а также женщин и народ. И в конце хэппи-энд Авраам побеждает этих четырех царей и выгоняет их из страны Израиля, отбивает у них всю добычу, отбивает своего племянника, все возвращаются домой. Так вот, говорит Рамбан, что это происшествие случилось Аврааму, чтобы показать, что четыре царства будут властвовать над всем миром. В конце же, после этого, его сыновья, сыновья Авраама, восторжествуют над ними, победят их всех и вернут всех пленников и все свое имущество, то, которое у нас награбили. Первым из них был царь Вавилона. Теперь Рамбан начинает исследовать конкретно по именам. Итак, первый, как там сказано, и случилось в дни Амрафеля, царя Шинара. Шинар, мы уже знаем, это Вавилония. Итак, первый был из них царь Вавилонии, ибо так и будет. Какая первая сверхдержава, которая начинает править миром? Это Вавилония. Согласно сказанному, ты – голова и золото. Так сказал Даниэль царю Навуходоносору, что в твоем сне об этой статуе ты, то, что тебя символизирует, это голова из золота. Ну, а второй. Дальше сказано «Ариох царь Эласара». Возможно, Эласар – название города где-то в Мидии или в Персии. Говорит Рамбан очень осторожно, возможно. Доказательств нету. Но очень может быть. Дальше третий. Кедар Лаомер, царь Эйлама. А Эйлам, в этом городе воцарился греческий царь. И оттуда уже распространилось его царство после победы над Дарием. И об этом упоминают наши учителя. И он приводит здесь цитату из Мидраша. Рабби Йоси говорит, 6 лет царствовали в Эйламе. То есть греки, которые победили персов после того, как царь Дарий потерпел поражение и был убит своими собственными рабами, то македонцы сначала обосновались именно в этой части Персидской империи, а именно в Эйламе, в районе Шушан, который был тогда столицей. Ахашверош, как известно, перенес столицу в город Шушан, который был в Эйламе. Так вот именно там, в районе
Каилама в Шушане и царствовали греки 6 лет, а уже затем их царство распространилось по всему миру. Там, где Александр Македонский, победив Дария, принял его корону и провозгласил себя царем и повелителем всей бывшей Персидской империи, которая отныне империя греческая, произошло это именно там, в Эйламе. Поэтому и греческое царство представляется нам как Кедарлаумер, царь Эйлама. А царь народов, и вот теперь последний проблематичный, что это за Тидаль Мелех Гуим? Тидаль, который царь народов. Властвующий над различными племенами, поставившими его над собой главой и командиром. Это намек на царя Рима, властвующего над городом, в котором собрались представители различных народов – китим, идумитяне и другие народы. По тому, что говорит здесь Рамбан, прежде всего речь идет о четвертом царстве. Четвертое царство, как мы знаем, это Рим. Почему тогда он называется здесь таким странным образом, что тот царь, который представляет его в столкновении с Авраамом, это Тидаль, царь Гоим, царь народов. А это потому, что имеется в виду многонациональная империя. Многонациональная империя не потому, что это кто-то, кто захватил множество народов. Нет, она по природе своей такая многонациональная. Собрались туда куча народов. Представители города, в котором собрались представители самых разных народов. Кити, медометяне и другие народы. Вполне похоже на Рим. Но есть здесь еще одна деталь, и Рамбан ее приводит в конце. Об этом же сказано в Берешит Раба. Он приводит здесь цитату. Цитату из Мидраша Берешит Раба для того, чтобы подтвердить свой комментарий. Это не просто мои измышления, а наши мудрецы тоже так понимали эту историю. И вот она цитата. «Сказал Раби Авин, так же, как начал с четырех царей, так и завершает именно четырьмя царями». Ну, здесь имеется в виду, что Тора вообще еще в самом начале Торы, в самом первом стихе Берешит Бара Элоким, сначала создал Бог небо и землю, уже там содержится намек на четыре царства. Не будем сейчас входить в вопрос, где и как, но уже так, как начал, так и заканчивается повествование. То есть тема четырех царств, она проходит, как говорит Мидраш, красной нитью через повествование Торы. И там же, другими словами, и было в дни Амрафеля, царя Шинара, это Вавилон. Ариох, царь Иласара, это Мидия. Только здесь мы видим, есть расхождение в версиях. А именно. Нет расхождения в версиях, точно так же, как приведено у Рамбана. Ариох, царь Иласара, это Мидия. Кедарлаумер, царь Илама, это Греция. А Тидаль, царь народов, это царство и дома, диктующее всем народам мира. Достаточно трудно перевести здесь на русский язык то, что сказано в оригинале. В оригинале сказано «Хи мальхут Эдом, ши махтевет тируния миколь умот аулам». Предписывает. Во-первых, у него есть тируния, претензии. Это царство, у которого есть претензии ко всем, и оно предписывает, диктует и предписывает народам мира. Здесь скрывается дополнительная характеристика. То есть это такое царство, которое, оно само по себе может быть не такое уж большое. Но почему оно называется, почему этот царь называется Мелех Гоим, царь народов? Потому что он предписывает народам, они ему подчиняются. Что же имеется здесь в виду? Как говорит русская пословица, на воре шапка горит. А именно, в странах Западной Европы цензура церковная, которая была тогда, потребовала вырезать этот кусок. И на протяжении сотен лет комментарий Рамбана печатался без этого куска. То есть католическая церковь усмотрела здесь очень-очень прозрачный намек в свою сторону. Рим, известно, центр католической церкви, он именно в Риме. Государство, которое само по себе, не только это империя, у которой есть
есть большая территория, есть большая армия, много танков и дивизий. Да нет. Но это такое царство, которое предписывает, диктует, навязывает идеологию другим странам. То есть это царство идеологическое. Оно царство безнациональное, межнациональное, интернациональное. Это идеология, которая навязывается многим-многим народам, которые подчиняются этому самому Тидалю, царю народов. Кстати, это напоминает еще одно место в Торе. Ведь мы знаем, что наши мудрецы связывали вот это четвертое царство, Рим. Кстати, во многих местах мудрецы не упоминали название Рим, а называли его так, намеком. То самое Мальхута Риша, или то самое царство, или просто царство злодеяний, нечестивое царство. Ну, всем было понятно, что это за нечестивое царство. Это мудрецы жили под властью этого самого царства, поэтому его, естественно, по имени не называли, чтобы не запутаться и не попасть, чтобы о них не сообщили, куда следует. Но вот это самое царство наши мудрецы всегда связывали с Эдомом, то есть с братом нашего праотца Якова, с Эйсавом. А Эйсав, как известно, получил от отца, от Ицхака, следующее благословение. «Аль-харбиха тихье». Обычно переводят на русский язык это «мечом своим будешь жить». Да? То есть мечом своим будешь добывать себе. Ну, само по себе это уже вполне похоже на Рим, потому что, как мы и сказали, римляне своего-то ничего не имели. Все, что у них было награблено, все было добыто, в отличие, например, от греков. Греки тоже были славными солдатами, умели драться намного лучше многих-многих народов. Но то, что у них было, и их знания, и их культура, и их экономический потенциал, все это было заработано с трудом. А взялись греки за оружие, когда им пришлось отбиваться от персов. В Риме это не так. В Риме все начинается с меча. Все, что было добито исключительно мечом, исключительно грабежом. Но это не главное. Главное то, что этот перевод, «Аль-харбиха тихье, мечом своим будешь жить», он перевод неточный, недословный, он метафорический. А написано «Аль-харбиха тихье», то есть «на мече своем будешь жить». Как можно жить на мече? Очень просто. Объясняет это один из комментаторов, имеется в виду, что как таковой своей территории не будет. А где? Это как человек, который живет на танке. Где его дом? Танк – это его дом. Куда танк поедет, туда его. Вот там и наш дом. На мече своим будешь жить, то есть твоей страной, твоей родиной, твоей отчизной будет меч. То есть это постоянный процесс завоеваний, 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 постоянного роста, расширения, расширения, расширения. Вот это вот последнее царство. Понятно, что у этого последнего царства, как мы и говорили, хоть оно начинается как Римская республика, Римская империя, но у него есть продолжение, у него есть наследники. Это те самые, либо имеется здесь в виду, трудно сказать, что конкретно Рамбан имел в виду, либо действительно, как увидела эта католическая церковь, увидела здесь кивок в свою сторону, и потому цензура постаралась вымарать этот самый кусок из комментария Рамбана. Либо здесь имеется в виду другие его наследники, у которых в качестве государственных символов до сих пор есть орлы, которые тем-то и занимаются, что есть, например, одна держава, по поводу которой историки подсчитали, что за 400 лет, самых бурных лет своего развития, она расширялась со скоростью 50 квадратных миль в день. Так, вот это прямо как «Аль-харбиха тихье, на мече своем будешь жить», прямо вот конкретно. А вот Раши, когда он объясняет название вот этой страны, Тидаль, царь народов, Раши дает несколько другое объяснение. Объяснение оно вот какое. Где тут у нас Раши?
в самом начале. Вот он. Есть такая местность, которая называется Гоим. То есть, говорит, Раши, вы не переводите слово Гоим как народы, царь народа. Да нет. Это географическое название. Есть такое место, оно называется Гоим. А почему оно так хорошо? А почему оно так называется? Чувствую странное название. Народы. Потому что туда собрались люди из разных народов и мест, и царем поставили над собой мужа по имени Тидаль. То есть это такое место. Не то, что вот просто такая многонациональная империя, в которой входит масса завоеванных народов. Нет, это такое место, в которое понаехало народу самых разных мест. Самых разных мест, самых разных народов, самых разных людей. Куча-куча такая пестрая-пестрая толпа. И они выбрали над собой мужа под названием Тидаль. Здесь уже, очевидно, имеется в виду несколько другое. Здесь имеется в виду такая страна, которая представляет собой страну иммигрантов, в которую понаехала куча людей из разных мест, из разных народов. И вот они представляют собой тоже наследника Римской империи. Теперь посмотрим несколько деталей из всей этой войны. Как же все-таки проходила эта самая война? После того, как четыре царя подавили с легкостью сопротивление пятерых мятежных царей, а происходило столкновение их вот этой в долине Сидим, там, где множество смоляных ям, то есть это ямы, из которых брали содержимое для того, чтобы использовать их в строительстве, так вот там было множество ям. И когда цари с дома и аморы побежали, будучи разбитыми, они бежали с поля боя, то упали туда. Упал туда царь с дома и царь аморы. А остальные, те, кто не попадал в ямы, бежали в горы. Ну, а те, то есть четыре царя, они забрали все имущество с дома и аморы, и все съестные припасы, и ушли. И они взяли также Лота, племянника Авраама, с имуществом его, и ушли. И он жил в Сдоме. И пришел беглец и сообщил это Аврааму еврею. Значит, подчеркиваю, здесь не просто сообщил Аврааму, а Аврааму еври. Еври, как мы сказали, тот, который по другую сторону, чужак. А он жил в Луней Мамре, принадлежащем Эморею Мамре, брату Ишколя и брату Анера, которые были союзниками Авраама. Интересно, здесь подчеркивается, как жил Авраам, каков его был образ жизни. С одной стороны, Авраам не смешивается с местным населением ни в коем случае. Он для них по-прежнему чужак. Авраам Гайбри, тот, который по другую сторону, тот, который с другого берега, он не наш. Но с другой стороны, местные жители, они его союзники. И он их услугами пользуется, когда он бросается вдогонку за уведенным Лотом. То есть, Авраам не старается найти и искать милость в глазах людей, среди которых он живет. Он не старается быть похожим на них. Он очень-очень строго соблюдает свою индивидуальность, отделяется от них. Они чувствуют в нем чужака. Он не ищет дружбы с ним, но они ищут дружбы с ним. Его поведение таково, что людям хочется быть его союзниками. Они стараются быть его союзниками. При всем при том, что он сохраняет свою индивидуальность очень четко. Авраам не вмешивается в жизнь народов, среди которых он живет. Не пытается влиять на эту жизнь. Не пытается что-то изменять. Он, живя в чужих странах, и это, в принципе, нам здесь тоже, мы учим из этого, как должны жить евреи, которые живут в чужих странах. Жить, с одной стороны, особняком. Не вмешиваться в жизнь этих стран, не пытаться влиять на нее. Жить особняком, подчеркивая, что мы вообще здесь, мы сами собой, мы с другого берега. Но с другой стороны, жить таким образом, чтобы людям хотелось быть вашими союзниками, чтобы люди искали, не искать дружбы этих людей, но жить так, чтобы людям другим хотелось искать вашей дружбы. И именно так ведет себя Авраам. У него есть союзники. Союзники кнанейцы, среди которых он живет. И они считают, безусловно, своей удачей быть союзниками Авраама. Их услугами он и пользуется. И когда услышал Авраам, что родственник его пленен, вооружил он своих воспитанников, домочадцев, 318 человек. Понятно, что эти воспитанники до сих пор Авраам их держал к себе ближе. Он старался, чтобы они не получали никакого влияния окружающей среды.
они были под его крылышком. Но сейчас, когда дело идет о спасении жизни, то нечего делать, нужно их выводить. Он их вывел, вооружил их и вывел, и бросился преследовать, пока ему не удалось отбить Лота и все достояние, что и является провозвестником конечной победы потомков Авраама над всеми четырьмя царствами.